Привет, ребята! И сегодня мы с вами нарисуем ландыши. А для этого понадобится, значит, вам зеленая красочка. Вот здесь у меня есть темная и светлая, белая, желтая и черная. Так. Еще у меня здесь вот акриловая такая кисточка синтетическая, четвертый номер. И я вот для детализации нулевой, это тоже синтетическая какая-то кисточка. Так, давайте начнем. Оживляем нашу красочку, опять используем водичка, палитра, салфеточка, все как обычно. Все как обычно, обычный набор для рисования. Значит так, кисточку в водичку и, например, зеленую, темно-зеленую красочку. Темно-зеленую красочку. И нарисую сначала вот такие вот ландыши, такие листы длинные. И поэтому нарисуйте длинные листики. Длинные острые листики. Вот такой листик будет у меня. Потом еще второй потоньше куда-то может уходить. Где-то вот здесь такой потоньше. Такой потоньше. И намечу третий. Где-то покороче пускай будет. Красочку оживляем. Оживляем, оживляем красочку. Чтобы водичкой не рисовать. И третий пускай будет где-то вот здесь. И все это разукрашиваю. Внутри темно-зеленая красочка. Такая. Красивый такой. Насыщенный зеленый цвет у меня. Я рисую прямо из баночки, и мне это нравится. Можете наложить красочку на палитру, если боитесь ее испачкать в самой баночке. Но это совсем не страшно. Самое главное, в белый цвет не сунуть грязные кисточки. Белый и желтый цвет. Вот, и все это дело мы разукрашиваем. Туда куда-то уходит листик зелененьким цветом. Зелененький, вот это тоже. Не боимся заходить за край листика. Ничего страшного в этом не произойдет. Зелененький цвет. Промываем кисточку. Набираем светло-зелененький цвет. Светло-зелененький цвет. И светло-зелененьким цветом еще сделаем рефлекс. Рефлекс где-то сделаем светло-зелененьким цветом. Вот здесь где-то рефлекс. И обязательно здесь тоже где-то сделаем внутри нашей листика рефлекс. И сразу берем желтую красочку. Желтую красочку. И по мокрому вот я наберу отдельно. Отдельно вот и оживляем желтую красочку, опять оживляем желтую красочку, то есть кисточка в водичке, два края баночек, вот это и оживляем, смешиваем водичку на волосках кисточки и красочку, вот так, чтобы была густая хорошая консистенция и хорошо у нас все подмазалось. Поехали, ну давайте сделаем с этой стороны по мокрому вот так вот, прям по мокрому вот. Здесь еще желтенький набираем. С этой стороны тоже по-мокрому чуть-чуть можно увеличить. Желтенький такой. И с этой стороны сделаем. Солнышко отражается в наших листиках. Вот оно такое. Солнышко отражается. Затем мне нужен, конечно, чисто белый цвет. Вот это будет чисто белый цвет. Я его наберу, на палитру наложу. Опять его оживляю. Оживляю. Оживляю и определю, где же будут находиться мои
ландыши, где же будут находиться эти мои цветы? Ну, пускай один ландыш у меня будет где-то здесь. Сильно не мажу, красочка еще не подсохла, чтобы сильно не подмазалась. Один пускай будет где-то торчать, вот не целый, будет пускай где-то здесь пол цветочка, да, у меня будет. И такими вот кружочками намечаю, где я хочу, чтобы у меня были ландыши. Один будет где-то вот здесь вот. Ландыш, да, какой-то побольше может быть, какой-то поменьше. Один цветочек еще у меня будет где-то здесь. Вот еще такой здесь наперед, да, не ближе выходит сюда. Один будет где-нибудь под ним, еще вот здесь где-нибудь, здесь вот, вот так вот, где-нибудь вот здесь, сюда. Ну, сюда, возможно, этого не на веточке висят ландыши, и, наверное, пускай этого будет достаточно, мне хватит побольше. Вот так вот. Промываю кисточку. Промываю кисточку. И помешаю мой темно-зеленый цвет. Помешаю с черным. Еще больше затемню его. Промываю кисточку. Всегда промываю кисточку просто перед тем, как засунуть ее в баночку и набрать краски. Вот, черненький. И смешиваю. Получается темно-зеленый цвет. Темно-зеленый, вот такой вот насыщенный темно-зеленый цвет. И этим темно-зеленым цветом, темно-зеленым цветом этим я намечу здесь какие-то листики еще, вот, какие-то стебельки будут более темные, да, они вот туда куда-то уходят, более темные стебельки какие-то. И какой-то более темный будет уходить вот куда-то, вот может быть туда. Такой какой-то стебелек. Затем что-то будет более темное вот здесь тоже. Сюда что-то более темное. Будет выходить из-за цветочка нашего. Какая-то травка туда потемнее пойдет и нам. Вот туда. У меня все это подсыхает, я еще добавлю желтого рефлекса, чтобы было поярче наша работа. Вот желтенький цвет набираю и добавлю сюда. Вот бужу красочку, бужу. Вот он желтенький. Возьму еще чуть белого, помешаю. Помешаю, чтобы был такой интересный другой оттеночек чуть-чуть. Вот бужу. Бужу. Вот чуть-чуть такой ушел в банан. Потому что еще и зелененький подмешался. Но очень это все прекрасно и хорошо. И возьму еще, чтобы наша растенница подыграла. Вот добавлю сюда. Сюда добавлю. Где-то сюда. Вот здесь где-то добавлю. Рефлексиков. Вот так вот. Сюда где-то. И сюда вот добавлю. Желтенького. Чуть подмешать. Еще можно полусухой кистью хорошо промыть кисть и подмешать. По зеленому листики увеличится, и очень хорошо захотелось мне подувеличить эти все дела. Все это возможно делать. И все это нужно сделать.
Затем опять возьму наш такой потемнее этот зеленый. И, наверное, добавлю туда еще, попытаюсь, вот посмотрю, что получится, светло-зеленого и подмешаю. Это будем делать ножку для оттеночек еще другой, чтобы был. Вот, посветлее получается. Ножку для наши цветочки, они на веточках. И вот они как идет, значит, сам цветочек. Получается, что на веточке одной много цветочков висит. Вот так вот. Сюда пускай уходит. Потом от этого же веточки, от этой же одной, идет вот сюда цветочек. Да, и подцепляем. Просто как будто мы подцепляем эти цветочки на веточку. Вот так вот. Где-то сюда, где-то вот. Сюда, это такая изогнутая линия должна быть, вот где-то сюда пойдет цветочек. И где-то там этот цветочек тоже будет висеть, где-то туда какой-то там будет где-то там висеть, тоже этот будет цветочек. Вот так вот. Промываем кисточку. Вот, и возьмем теперь светло-зелененький цвет и еще утолщим наш основной стебелек. Вот так вот. Сюда. И на каждом стебельке еще сделаем тень. Рефлексик такой. Такой рефлексик. И с другой стороны сделаем желтенького. Вот я наберу с палитры тоже. Вот такой вот рефлексик. Здесь какие-то листики могут вылазить. Вот так вот. Вот здесь тоже какие-то могут быть листики. Вот сюда какая-то веточка может уходить с листиком. Все-таки это травка, и там все это запутано. Вот сюда тоже. Еще желтенький у меня есть, тоже добавлю. Смотрите, как сразу играет. Да, все цвета, которые на палитре получаются, тут тем более можно использовать. Вот такая какая-то здесь травка еще торчит. Вот она. Да? Может, отсюда бы какая-то травка вылазить тоже. Вот так вот какая-то травка отсюда. Вот так вот, чуть-чуть с беленьким вылазить. Промываю кисточку очень хорошо. И теперь будем прорисовывать сами цветочки. Сами цветочки уже будем прорисовывать. Я возьму для цветочков маленькую кисточку. Получу побольше наслаждения. Трудоемкий, сделаю такой себе процесс. Можно сделать, конечно, с кисточкой потолще, но самое главное опять острый кончик сделать этой кисточкой, хорошо прокручивать. Вот беленький цвет я здесь себе наложу. Наложу. Оживлю все это дело. Оживлю все это дело. Старайтесь, конечно, все набирать аккуратно, чтобы вот эта вот металлическая часть кисточки, она не была в краске, потому что другой раз заблизко, когда кисточку в руки взять, она может испачкать руки. Придется потом их мыть. Так, тряпочку отложу. Ну, все справа, мне так удобно. Ну и давайте вспомним, какая же форма у ландышей обычно бывает, да? То есть они такие, как колокольчики. И придадим такую форму этим цветочкам. То есть вот прям под ножичкой. И вот сюда выведем наш колокольчик. Вот так раз. И сюда два. Вот. И следующий. И следующий тоже. Можно прям подмазать поверху, чтобы он был побелее такие пока что. Пока что здесь тоже. Раз. Вот так. Так. И два колокольчик тоже. Да, не подсохну, но я пока трогать не буду, просто придам форму. Потому что будем делать еще объем этим цветочком придавать. Соответственно, будем делать им свет. Еще и тень. Вот так вот. Здесь треугольничек такой тоже. И с другой стороны тоже.
Рисую. Вот, подпачкалась. Сейчас можно подождать, чтобы работка подсохла, конечно. Но подойдет для рефлекса, подмешался зелененький цвет. Почему бы травка могла бы отражаться в наших ландышах? Здесь опять я подбеливаю еще подбеливаю, потому что подмешалась там по всему. И вот уже раз. И два колокольчик наш. Вот такой вот колокольчик получается. Да, можно соблюдать вот такой кружок, даже подчеркнуть немножечко мазками такими. Ну и еще один. Еще один. Здесь очень темный цвет. Аккуратно надо обойти. Раз. Промою кисточку. Наберу беленького. Еще положу себе. И с другой стороны. Два. Тоже такой цветочек на переднем плане. Хоп, хоп. И два. Вот так вот. Такой ландыш. Сейчас мы придадим объема нашему. Здесь очень классно подмешался. Зелененький очень хорошо подойдет для рефлекса. Так, поехали. Теперь нам нужно сделать объем нашим цветочкам. Да? Для этого я сделаю серый цвет себе. Белый у меня есть, я возьму чуть-чуть черного и смешаю его. Сделаю светло-светло-серенький цвет. Сюда уйду. Еще светлее мне надо. Прям вот светлый-светлый, чтобы был. Вот еще светлее хочется, еще светлее. Просто чуть-чуть такой. Вот серенький такой светленький цвет. И этим сереньким цветом давайте мы сделаем тень на нашем ландыше. Вот так вот. Снизу. И придадим еще вот так чуть-чуть. Снизу у нас будет тень. Цветочки. Вот так. Здесь то же самое. Тень по боку и снизу. И здесь тоже самое. Тень и снизу тень. Вот уже более объемные получаются наши ландыши. Тень по боку. По боку вот так вот тень. И снизу тень. Хоп. Вот так. Вам вот это вот движение, когда... чтобы именно шарик такой внутри, там этот шарик ландыш, он и придает этого объема тогда нашим цветочкам, да? Здесь уже все есть. Вот так. И сделаю где-то еще потемнее тень, добавлю вот буквально на один тон, вот смотрите, на тон темнее, да, немножечко. Придам еще большего объема где-то вот здесь, вот чуть-чуть, на один тон. Вот здесь. Вот здесь добавлю, вот здесь и вот здесь. И еще нашим ландышам очень мне хочется добавить солнечного света. Все-таки еще нужно сделать тень. Тень вот я подмешала еще. Еще давайте сделаем тень вот здесь, где хвостик. Цепляется, прям вот цепляется, где хвостик. Чуть-чуть можно даже добавить наш серый зелененький. Вот так вот чуть-чуть. Зелененький добавлю в серый. Чуть-чуть. Прям вот зелененьким. Здесь вот. Прям зелененьким заглубить немножечко. Можно еще немножечко заглубить эту всю историю. Так, подправлю я еще здесь, пока все это дело у меня не высохла, я еще сделаю более объемнее, чтобы было понятно, что здесь все-таки объемчик есть в этом всем деле. И, конечно, нужно добавить свет, солнечный свет, рефлексик, чтобы все это заиграло. Солнышко отражается в цветочках. Вот у меня здесь желтый остался, я его себе наберу немножечко. И прямо вот прямо по
по краешку, где-то здесь еще вот добавлю по мокрому чуть-чуть смазываю вот такой вот солнечный свет. Где-то солнечный свет в наших цветочках. Вот. Вот сюда где-то он может уходить. Так вот. Солнечный вот такой вот свет. Промою кисточку и еще немножечко все это дело подмажу. Такие вот рефлексики. И, конечно, нам обязательно нужно еще сделать блики, оживить нашу работу. Белый свет я беру. Белый цвет. Подмешался с желтеньким, ну это даже и к лучшему. Пусть делаем здесь, как будто какой-то листик здесь идет, блик здесь, здесь. Вот работа, смотрите, как сразу начинает, конечно же, играться. Можно здесь прицепить какой-то листик такой посветлее. Здесь как от корешка, вот листики отросли. Оп, и отросли. Вот так вот. Можно здесь где-то. И отросли. И еще мне хочется. Еще мне хочется кое-где прям добавить желтый, яркий желтый, чистый желтый яркий цвет. Где-то вот здесь уже подсохло все, и это очень, и где-то вот здесь, чтобы это все еще больше у нас играло. Живопись такая штука, что глаза должны бегать. Ну, где-то здесь. Подгасим чуть-чуть вот здесь наш черный, темные веточки какие-то. Вот, если понравилась эта работа, подписывайтесь на канал. Будем рисовать еще. Классного всем дня или вечера.